Друзья, всем привет! С вами шеф Ивлев, а значит, вы на Ивлев Шеф Channel. Сегодня я буду готовить рецепт, после которого, ох, комментарии так и посыплются. Это классическое брендовое блюдо. Я сегодня хочу приготовить лобио. Это блюдо грузинской кухни, которое есть хочется всегда. Потому что это... Не понял, это кто это меня здесь перебивает? Очень богатая белком, потому что делается из красной фасоли. Но я не знаю более, наверное, вкусного чисто вегетарианского блюда, как лобио. В первую очередь, конечно, фасоль надо замочить. Лучше всего на ночь в воде. Заливаем водой. Ставим пока что вариться. Учитывая, что фасоль замоченная, я думаю, что так или иначе, все равно она будет вариться минут 20-30. Пока она варится, мы подготовим продукты. Хмели-сунели, чеснок, грецкий орех, кинза, томаты, лук, растительное масло, соль, перец. Грецкий орех пересыпаем в блендер и пробиваем все в пыль. Теперь выжму чеснок. Этого мне хватит. Само собой, репчатый лук. Мы его нарезаем мелким кубиком. Обязательно масло растительное, никакое не оливковое. Репчатый лук сразу складываю в сотейник и пусть пока прижаривается. Томаты нарезаю кубиком. Еще у нас остается большое количество кинзы. Крутая история, поэтому рубим, 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 рубим. Обожаю аромат кинзы. А я еще кориандр добавлю, молотый. Лучок прижариваем, но не надо его зажаривать до золотистого цвета. Его надо просто-напросто прижарить, чтобы он убрал свою вот эту вот яркость, скажем так, луковую. Теперь начинаю вводить сюда чеснок, вот. Томаты. Меняюсь одну часть фасоли, надо, чтобы она была цельная. А вот другая часть, конечно же, ее надо потолочь. Самое интересное, что у меня-то толкучки как раз и нет. Будем разминать ложкой. Можно, конечно, взять вилку, а можно вот такой вот ложкой. Ни в коем случае не советую использовать блендер, потому что фасоль, как картошка, она сразу же превратится в клейстер. Размял, выливаю сюда. Добавляю хмели-сунели, орехи. Огонь уменьшаю, начинаю доводить до вкуса. Соль, перец. С удовольствием добавляю кориандр. Свежая кинза. Аккуратненько перемешиваю. А запах балдеж. Теперь пробуем. Это как раз то, что я люблю. А теперь, я уверен, и вы будете это любить. Добавлю еще перчика, мне не хватает. Томлю 5 минут, и все готово. Что могу сказать? Лобио удалось. Отличное, яркое, мощное. Кориандр, вот не просто так я его люблю. Чтобы вы понимали, это та же кинза. Лобио кинзой не испортить. Вот так. Друзья мои, это не фиговый листок. Это шедевр кулинарии. Грузинское блюдо лобио приготовлено русским поваром. Как всегда, для вас готовил я. И как всегда, для вас мой канал. Ивлев Шеф Channel. Не забываем подписываться, ставить колокольчик, ну и, конечно, рекомендовать друзьям. А пока, пока. До новых вкусных встреч. Друзья, всем привет! Это я, Александр Антипин, и моя рубрика «Пора что-то принять» на Ивлев Шеф Channel. Как мы с вами знаем, летом слабый аппетит, не очень хочется есть, хочется больше пить. И поэтому специально для вас я приготовлю максимально зожный, полезный,
смузи. Для этого рецепта в сегодняшнем выпуске нам понадобится апельсин, зеленый, спелый, авокадо, петрушка, кинза, огурец. Берем наш спелый, сочный авокадо и режем его пополам. Авокадо полезен для пищеварения, и это очень хорошая альтернатива полноценному завтраку либо обеду, так как в авокадо содержится очень много жиров и клетчатки. И легким движением руки поворачиваем. Нашей половинке получилась такая красота. Вынимаем косточку, она нам не понадобится. Я буду прямиком нашу мякоть погружать в наш блендер. Отделяем нашу мякоть от кожуры. Нужно предварительно снять кожуру с нашего огурца, потому что есть огурцы, которые за счет своей кожуры немного горчат. Поэтому, чтобы не было посторонней горечи, мы аккуратно снимем пилером, она же экономка, нашу кожуру. Ребят, если у кого-то нет вот такой вот чудесной экономки либо пиллера, нож в помощь, как говорится. Итак, сняли кожуру и дальше режем в хаотичном порядке уже непосредственно ножом, чтобы это все дело легче пробивалось. И отправляем в стакан блендера. Огурец придаст нашему смузи легкую летнюю свежесть. Далее подготавливаем апельсин. Мне вполне хватит половины филе. И аккуратно, легким движением руки, достаем филейную часть нашего апельсина. Запах бомба. Беру сельдерей. В хаотичном порядке нарезаю. Дадим все-таки таких интересных салатных нот нашему напитку. Петрушка очень полезна для мужского здоровья. И чуть-чуть кинзы. Итак, все ингредиенты в стакане. Пробиваем. Это чистый салат в стакане, то, что нужно для жаркого и знойного лета. Переливаем аккуратно наш смузи. Очень густой, авокадо дала текстуру. Если кто-то любит пожиже, можно добавить целый апельсин. Но мы хотим насладиться именно густой, мощной, салатной вот такой вот темой. И вот, друзья, наш супер зожный, супер летний смузи для хорошего настроения готов. Добавим пару штрихов, чтобы сделать наш смузи эстетически красивым, визуально вкусным и аппетитным. Добавляем вот такую вот веточку сельдерея, и можно загарнировать сочным сегментом апельсина, дабы разбавить краски, выпить и закусить. Наш зеленый летний зожный смузи готов, поэтому кто не успел привести себя в порядок к летнему пляжному сезону, дерзайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.